А спонсор данного ролика — Dark Store. Именно в Dark Store ты сможешь приобрести души по самым низким ценам с монетами в подарок. Ну а до 1 декабря в Dark Store продолжается Черная Пятница. А это значит, что при заказе душ ты получаешь еще души в подарок. Чем больше душ заказал, тем больше душ получил. Это и так очень выгодно. Ну а плюс еще, что в игре скоро в Mortal Kombat Mobile будут наборы по огромным скидкам. Вы сможете приобрести здесь души и навыбивать себе максимальное количество алмазных персонажей. Услугами Dark Store пользуется уже более 400 человек, поэтому переходите по ссылочке в Dark Store и закупайтесь в самое выгодное время прямо сейчас. Всем хайикс, с вами Dark X, и сегодня мы с вами будем открывать, опять же таки, на Черную Пятницу алмазный наборчик по скидке. И сегодня у нас с вами это будет алмазный набор призрак за 268 душ. Ну а прежде чем мы перейдем к самому интересному, я хочу попросить прямо сейчас поставить свой лайк под этим роликом, ну а также подписаться на мой канал и жмякнуть колокольчик, если вы не сделали этого ранее. Ну, спасибо вам огромнейшее за эти действия. А теперь переходим к набору. Шанс 9%, цена 268 душ, и у нас есть 5700 душ, чтобы хорошенечко пооткрывать эти наборы. Персонажи очень даже неплохие. Надеюсь, нам повезет повыбивать их как можно больше и быстрее. Слияние на Кентаро. И залагал интернет, магазин. О, вернулось. Дальше. Так, открываем. И смотрим. Хохолок один у нас имеется. И это слияние на золотую карточку 100%. Карабарака. Дальше. О, а вот это уже очень даже неплохой знак. Здесь нас должна ждать алмазочка Круга Тени. И это Круга Тени Сабзира. Неплохой персонаж. Хороший даже такой. Да, в принципе, все персонажи Круга Тени очень хорошие. Открываем дальше. Открываем. И здесь на слияние. Предательница Таня. Дальше. О, что, опять алмазка? Да это будет просто прекрасно. И ледяные кинжалы. О, неостановимый Джейсон Вурхис. Очень классный персонаж испытаний. А все потому, что он воскресает с дополнительным уроном и силой. Так, а теперь открываем этот наборчик. А пока мы все с вами пролистываем, то прямо сейчас напишите в комментариях. Хотите ли вы, чтобы я разыграл этот аккаунт? Просто хотите ли вы розыгрыш аккаунта? Я думаю это сделать. Ну а вдруг вы, например, не хотите? Может, вы не хотите розыгрыш аккаунта, они вам надоели? Короче, пишите в комментарии. Хотите розыгрыш аккаунта? Написали в комментарии, и я разыграю. Кун Лао Круга Тени. Очень хорошо. Дальше. Так, смотрим, что у нас здесь. Остается только выбить Джакса. Будут все три персонажа этого пака. Слияние на Combat Cup Sony Blade очень хорошего персонажа. Так, теперь смотрим сюда. И здесь есть один хохолок. Слияние на Кунзиня, а Кунзинь полная хрень. Надеюсь, здесь нас ожидает Джакс. Здесь есть один хохолок. И вот. То есть здесь там вон новая карточка, новый персонаж. И это Джакс алмазный. А нет, это старший бог Кенши. Переходим далее. У нас остается ровно 3333 души. И скидка на наборы, кстати, тоже 33%. Везде одни тройки. Надеюсь, сейчас нам повезет. Так, открываем наборчик.
У нас остается 3000 душ. И слияние на персонажа. Combat Cup Johnny Cage. Четвертое слияние. Так, открываем. Далее. Два хохолка. А ну сколько? Так, новая карта. Ну, Джакс, давай, иди. А нет, Мелина классическая. Редкий персонаж, очень даже неплохой. Может себя исцелять и других женских персонажей. Так, теперь смотрим, что нам выпадает отсюда. А отсюда мы видим целых два хохолка. Слияние на Тремора Афтершока. Так, теперь смотрим сюда. Здесь уже один хохолок. Но мне кажется, персонаж все-таки золотой и на него слияние. Да, старший бог Кенши. Теперь он первого слияния. Теперь и этот наборчик. Три хохолка. Ну, здесь понятно, уже полный облом на алмазных персонажей. Новые алмазки точно нам не видеть здесь. Слияние на Соню, классическую. Дальше, душ остается совсем немножечко, но надеюсь, Джакс уже близко. И Джакс Круга Тени нам совсем скоро выпадет. Так, открываем и видим один хохолок. Это игрок в кости Шина. Дальше. Последние души тратим. Ну, что у нас здесь будет? А здесь у нас будет целых три хохолка снова. О, слияние на ледяные кинжалы как раз таки для Саб-Зира. Combat Cup Sonya Blade. Хороший персонаж. Дальше. Душ все меньше и меньше. Что нас здесь ожидает? Опять ожидает нас один хохолок. Сирайрю Такеда. Еще несколько наборов, и душ будет примерно ноль. Точнее, даже нужно немного оставить, чтобы прокачать пассивки алмазным персонажем Круга Тени. Два хохолка. Так. Опять серый Рютакеда. Еще открываем наборчик. Открыть. Вскрыть. Слияние. Хай-тек Джеки Брикс. Полная хрень, такая как Кунзынь Ядовитая Девора. Так, ну что? Тратим последние души. Скорбная Китана. Теперь я сейчас перейду, прокачаю пассивные способности алмазным персонажам на этом аккаунте, но коллекции показывать не буду. Пусть это остается для вас интересным секретом. Пассивки я прокачал, и душ на еще один алмазный набор не хватает. Ну а с вами был DarkX, пишите свое мнение в комментариях. Увидимся в следующем ролике. Всем пока!